Сегодня будет очень интересный стрим. 2 минуты. Я специально нашел самую серую майку из всех моих серых маек. Потому что я решил полностью создать атмосферу спортивного зала. Поэтому я в жарких наушниках, поэтому мне куда-то в район коленок дует вентилятор. И беговая дорожка. Основная идея в том, что я сейчас буду играть в файтинг-игру. В то время, пока буду идти. А для начала, я думаю, есть смысл пробежаться по гран-при, чтобы чуть-чуть освоиться с персонажем, потому что играть я сегодня буду за персонажа, за которого я не играл ни разу. А потом мы пойдем в онлайн и будем пробовать не огребать так сильно, как могли бы. Так. Я ни разу не играл этим персонажем, я понятия не имею, что может каждый из его оружий. Неприятно. Хорошо, ладно. А, я понял, мне не понравилось. Не, ну здесь до свидания, ладно. Одна ошибка, и ты ошибся, как я люблю. Передовой наукой вековой древностью, отлично. Спасибо, спасибо. Даже игра говорит мне, что я старый. Ну достань до него, достань, давай, 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 еще. Мне уже жарко, мы только начали. Что? А мои желейные штуки так могут, интересно? То есть можно совсем мелкую амплитуду задавать? Тю! БАМ! Бейте в яблочко, покажите всем своим... Чего? А, то есть это будет не битва. Хорошо. Как? Ладно. Хорошо. Я не очень понимаю, как правильно играть в этот режим. И почему он так быстро набирает очки, а я нет? Потому что я лошара, наверное. Как? Мы шли прям вот вообще вот тютелька в тютельку. Очень странный режим. Дайте мне бить лица, зачем? Я не хочу по мишеням попадать. Нет, ну тут двукратно вообще. Как? Что? Почему? Ладно, ладно. Хорошо. Хорошо. Не, вот эти большие штуки меня устраивают пока. Я тебя все ронял! Сволочь! С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Где, где он вот сейчас? Вот как он сейчас? Я только что шел впереди него, как он набрал последние 500 очков? Как это происходит? Я не понимаю. Я не понимаю.
Ай-яй-яй-яй! Твинтель. Аура. Ну, посмотрим. А, зонтики! Я сначала, когда только начинал играть, я прям вот целиком удары делал, потому что думал, от этого что-то зависит. Нет! Достаточно коротких движений. Жалко? Здесь можно бить в гонку, офигеть! А-а-а! Нет, 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 нет! I didn't know you knew English, lol. What you gonna lose? Quick man, get out. Yep, I'm on a treadmill. I know that I never played online arms online before, so today will be my first time. I first tried this game when during the lockdown it became available for limited time. That's good. Yeah! Because you know, quarantine buddy. С ближней дистанции дается. Чё? Чё я пропустил? Баскетбол? Да, баскетбол, окей. Уф. О, вы из Англии? Да. А, блин, это эти. А вот и нет. А, Mozilla! Нет, 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 нет! Да фак! На! Не сри ульту! Найс! Уу! Держать равновесие и не забывать, что ты дерешься только на экране, это, конечно, та еще задача.
Окей. Но! Не пробил? Что происходит? Ну, отлично. Окей. Аф. Кто обломал ульту, тот я. А! Хорош, ладно. Да закончись ты уже! Не-не-не. 2.5 все-таки быстровато. Но попробуем. Матч 9! Угу. Угу. Начнем с этого, а там посмотрим. Блин, щиты, фу. Ну, хотя бы по чуть-чуть. Блин, эти щиты меня бесят. Но мне определенно нравится музыка здесь. В этой зоне. Как? Что? Не понял. Ладно. 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 Да как это? Типа с этими штуками она постоянно в блоке, что ли? Но хотя бы от парочки я увернулся. Чпок!
Что? Почему? Как она так блокирует? До свидания. Что? Почему? Да как так? Почему? Ты сохраняешь билд, и когда ты активируешь Амибо, ты можешь с ним сфоткаться и сфоткаться с твоим билдом. Да, да, это правда. Это 9-й бой? Если да, то понятно, почему так сложно. Ау! Почти. Неприятно. Надо Super Smash Brawl Stars Arms Deluxe Super Edition дичи. Дыхание армии... Руки и Knuckles. Вот это звучит как та самая супер игра, который Nintendo готовит, начиная с 80, 60, 70 какого-то года. Ну чё, пацаны, финал? Пока 1-0. Хорошее начало. Ау! Ладно, 1-1, хорошо. Ура-ура-ура-ура-ура! Муда-муда-муда-муда! Хе-хе! Ммм! О-о-о!
Дамы, 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 дамы. Раньше у меня получалось упрыгивать от таких серий ударов. Но нет, видимо, не в этот раз. Рано раскрылся, а! Слишком рискованно. Напомните мне потом никогда не больше не брать этого персонажа, ладно? Но хотя бы его тоже зацепило. Я поставил блок, игра, ты чё? Да почему? А можно попадать по противнику, а? Ну-ка. Не спотыкаемся. Отвлекся уже, разнесли. Нет, серьезно, силы Джорджа с этим чуваком нет. Поэтому нужно брать другого. Что за Джорджа референс? Муда, 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 муда! Его суперчардж был сильнее моего. Хорошо. Опа! Ура, 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 ура! И осталось сейчас еще один бой победить. Че там? Три зрителя, нормально. Не спеши.
Я не разбираюсь, что дают бафы разного цвета. Но ничего, мы не сдаемся. Как говорил один великий человек, не отступать и не сдаваться! Как это получилось? Увлекся. Рано раскрылся. Это может стоить мне этого раунда. Суперчардж, я тебя кильну, я чардж, это не вопрос. Да-да-да. Рано! Мы сделали что? Так, ну что? Ну что, попробуем? Хорошо. Достойно. А можно мне в блок вставать, нет? Ладно.